Уважаемые коллеги и друзья, добрый вечер. С вами на связи Четыкин Валерий Иванович. Я рад вас приветствовать в нашем тренажерном зале. И сегодня у нас маленькая зарисовка на тему «Хозяин положения». Внимание на экран. Что у вас? Да вот, надо, чтобы мастер машину посмотрел. Ну, давайте посмотрим вашу машину. Вы, что ли, будете смотреть? А что, проблем какие у вас? Я мастер. Да нет, просто я подумал... А, ну тогда думайте, как надумайте, скажите мне, посмотрим вашу машину. Да нет, давайте. У меня там что-то стучать начало, может, подвеска? Подвеска. Вы кем работаете-то? Финансовый директор. Ну вот финансами занимайтесь, а машиной мастер будет заниматься, хорошо? Блундер какой у вас стоит? Какой блундер? Да я спрашиваю, какой у вас блундер? Флюзеля давно смазывали? Чего? Флюзеля чего? Что за флюзеля? Да я не знаю, что у вас за флюзеля, на 3 на 9. Немецкий вообще? Я ничего не понимаю. Не понимаю, все туда же. Подвеска. Тут и муфтовал может ходить. И концерт крать не отойти могли. И шиповик может старый у вас совсем. С чего старый-то у меня? Машине год. Год машине? Вы что, год шиповик не меняли? У вас уже не Зопель, а дуршлаг. В смысле дуршлаг? Дуршлаг для спагетти. Чё ж, то, что ли, не знаете? Что? Нет, дуршлаг я знаю. Вот и шли вы себе готовили на кухню. А в машину не совались. Как она у вас стучит-то хоть? Глухо? Да нет, вроде. Нет, вроде. Значит, поклёвывает она у вас, а не стучит. Ну? Выдвижки обжимали? Кого? Ну, выдвижки обжимали. Зачем? Не поклёвывал, зачем? Значит так, мы сейчас вашу машину на выверку отправим. Потом отколенуем и к диагонзеру электроды просвечим.